Знаете, почему в нашем регионе возникло такое удивление? Почему Усенко задал такой вопрос? Потому что у нас с этим все более-менее хорошо. И из-за этого возникло недоумение, почему Усенко такой вопрос задает. А вот могу с абсолютной уверенностью вам сказать, что во многих регионах дело обстоит совершенно иначе. Мои коллеги подходили ко мне и говорили, что без согласования с администрацией губернатора где-то в регионах они вообще не могут попасть ни в печатные СМИ, ни тем более на телевидение. Даже с интернетом есть проблемы. Есть регионы, где затраты на СМИ бюджетные превышают все разумные пределы. И мне кажется, президент абсолютно верно в ответе сформулировал позицию государства в этом смысле. Власть должна рассказывать о своей деятельности, обязана рассказывать. Эту информацию надо доводить, и никто с этим не спорит. Но это должна быть сухая информация, факты, а не пиар отдельных чиновников, как сказал президент. Если вы обратили внимание, я надеюсь, те, кто смотрел или читал мой вопрос, то я-то в своем вопросе как раз сказал о том, что мы бы в Кировской области на эти деньги лучше построили несколько детских садов на те деньги, которые в других регионах тратятся на СМИ. Я надеюсь, что и здесь произойдет такая же ситуация, и деньги не перестанут тратиться на СМИ, не в этом дело, а они перестанут тратиться на то, чтобы в СМИ была только позитивная лакированная информация. Вот на что надо перестать тратить деньги.